Добрый день, девочки! Сегодня воскресенье, и сегодня, оказывается, день портних. Поэтому я вас поздравляю. Вот, у нас на канале 75 тысяч подписчиков. Мы вам очень рады. Спасибо вам огромное, что вы с нами. И хотела вот, пока мама там занята, хотела показать вам мое пальто. К сожалению, эта зима выдалась достаточно холодной, и поэтому у меня не получилось вообще надеть это пальто. Вот, ну, чуть потеплеет, я его надену. Смотрите, какая красота, какой мех шикарный. Вот, тут оно все пристегивается. Вот, вот так, смотрите, на пуговичках. И резиночка тут такая. Можно отстегнуть. И будет просто вот так. Вот. Надо, кстати, в нем сфотографироваться. Давно у меня не было фотографий. Вот так. Вот такое пальтишко. А еще мама ходила в киоск за бурдой. Бурды не оказалось, но зато мама купила, вот смотрите, что. Кстати, я аромат чувствую, а мама почему-то не чувствует. Хотя все остальное она ощущает. Вот, что еще вам показать новенького. Новенького больше ничего у нас. К нам должны прийти еще вазочки скоро. Потому что мы одну разбили, на счастье. Вот, а сейчас, мам, а что мы сейчас делаем? Я ищу выкройки брюк. Да, брюк. Я могу советовать. Да, да, и мы вам, наверное, в этом влоге все покажем и расскажем. А еще, девочки, мне, конечно, очень стыдно, что я уже очень давно обещаю вам гобелен, и все никак не складывается. Я эту раму уже возила и в Таганрог, и привезла обратно. И вот все время видео снимаем, загружается, и у меня не получается вот просто сесть и записать для вас урок, потому что все время что-то надо показать, рассказать. Вот, но я обязательно это сделаю. Вот, я причем начинала уже снимать, я же опять все сняла и по новой буду показывать. Что-то там не получилось у меня. А вот мамуля ищет для вас удачные выкройки брюк. Не только брюк. Все, что интересное, я нашла. Для плюсиков кое-что интересное нашла. Мы все это я расскажу, покажу, девочки, вот сегодня. Да, да, давай в этом влоге покажем. Хорошо. Добрый день, мои дорогие! Я не здоровалась сегодня с вами. Значит, что мы сделали? Мы подобрали вам прежде всего выкройку ту, по которой сшиты брюки, о которых мы говорили в предыдущем влоге. Я неоднократно шила по этой выкройке, не только Анаит, и я вам с удовольствием ее демонстрирую. Значит, это 12 номер 13 года. Вот обратите внимание, как выглядит обложка. Кстати, вот поскольку я сегодня все утро занималась этим, да, я пришла к выводу, что вот эти годы, 12, 13, 14, 15, они самые лучшие. Дальше уже пошло хуже дело. Так что, девочки, если есть возможность на каких-то ресурсах, да, или Авито, лавка мастеров, найдите возможность приобрести эти журналы, потому что здесь очень много интересного. Вот у меня появилось, как вам сказать, не давит на меня заказы, я могу вам сейчас вот как бы спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой рассказать кое о чем. И по свежей памяти скажу, что берите, найдите эти журналы. И сразу же предупреждаю вас, девочки, что любые готовые выкройки, они требуют корректировки. Есть счастливицы, на которых идеально садятся эти выкройки, стандартные фигуры, есть такие. Но в основном вы, помимо того, что
приобретете журналы, конечно же, научитесь корректировать выкройки. Это не так сложно. Я показываю во всех своих курсах, и на канале, и в платных курсах. Но особенно скрупулезно я об этом показываю в своих группах «Волшебные стишки». И там для полных есть группа «Капсула плюс». И для фигур с нюансами, скажем так, это группа «Офис». Поэтому этому можно легко научиться, и я не устаю повторять, для вас откроются широкие возможности. Вы не только будете, корректируя выкройку, уметь строить базу, потому что оно само собой получается. Когда вы любую выкройку начинаете корректировать на свои параметры, вы приходите к своей базе. То есть не надо изобретать велосипед, сразу берете журнал, учитесь корректировать выкройки и шьете любое из этого. Дело в том, что вы, научившись по какой-либо из методик строить базу, я не уверена, что вы сможете смоделировать любой, вот этот, скажем, что вам понравится, либо вот это, либо тем более жакеты. Нет, для этого нужно основательное образование, девочки. Поэтому давайте не будем усложнять себе жизнь, а будем вот поступать так, как говорит вам опытный мастер. Значит, смотрите, 12 номер 13 года. Вот эта выкройка, девочки, она у нас даже, видите, помечена. Вот эта выкройка. Чем она хороша? Тем, что боковая линия смещена в сторону полочки. Давайте я вам ее воочию покажу, чтобы вас больше вдохновить ею. Как раз сейчас в моде такие. Ну вот как не любить борду, я вам сейчас еще кое-что здесь покажу. Сейчас в моде такие брюки, они удобные, они подходят любой фигуре, они скрадывают, девочки, и широкие бедра, и кривые ножки, между нами, девочками говоря. Вот этот силуэт. И даже с идеальными ножками тоже не помешает иметь такие брюки. И куда они делись, эти брюки? Вот они, девочки, вот смотрите, как выглядит. Смотрите, это вот задняя половинка, она, видите, какая широкая, а передняя половинка, она узкая, потому что боковая линия проходит вот здесь. Замечательная выкройка. Единственное, что я вам еще раз расскажу, я, по-моему, это уже рассказывала. Вот смотрите, у меня даже кому-то я, видимо, в директе показывала и рассказывала конкретно. И вот здесь вот пометила. Если вы хотите, если у вас плоские, это если у вас плоские ягодицы, то есть они не выделяются, а вы не хотите, чтобы они выглядели плоскими даже в таких широких брюках, то вы делаете вот эту вот корректировку вот так до конца, вот так, по задней половинке. То есть вот здесь на 0, здесь сантиметра 4-5 и сюда до конца. Тогда у вас как бы ягодица немножечко выявляется. В остальном, смотрите, какая легкая выкройка. И еще раз подчеркну, например, если у вас, давайте конкретно, если у вас, раз уж мы этой выкройке посвятили столько времени, давайте будем уже до конца. Смотрите, значит, если у вас обхват бедер 102, то вы берете, это для маленького роста, давайте для высокого, обхват бедра 102, то вы берете 42 размер. Не надо 40 брать, хотя как бы общепринято, что бурда лучше меньше размер брать. Не надо, потому что это из-за кармана. Если вы хотите сохранить карман, чтобы он красиво смотрелся, а он красиво там смотрится, здесь должен быть объем, потому что при движении оттопыривается. Вот единственный момент. Я надеюсь, что вы запомнили, поняли, какой это журнал, и постарайтесь его приобрести. Вы знаете, я пролистала, я вам сейчас покажу подобные выкройки, интересные выкройки брюк, но именно такой больше нет. Вот она, единственная здесь. Девочки, на остальных брюках я долго не буду задерживаться, потому что мы потом не смонтируем это видео. Вот я еще подобрала. Смотрите, какие интересные. Это 6 номер 12 года. Вот брюки. А надо, наверное, 109. Смотрите,
чем они хороши. Видите, как идет вот этот рельеф, я бы назвала. У кого нечетко выраженная талия, то вот эта линия сделает вам красивую фигуру. Обратите внимание на эти брюки. Так, тут и шорты, вот интересные брюки. Дальше, что я вам подобрала по поводу брюк. Вот смотрите, те самые брюки, которые есть у Анаит, и причем они в двух журналах. Давайте сразу я о них скажу. Они абсолютно одинаковые, на мой взгляд, да? Ну, по крайней мере, в них. А, здесь кармана, а здесь нет. Вот в чем дело, девочки. У меня с карманами. У тебя с карманами. Тогда, ну, давай на всякий случай девочкам скажем, вдруг у них есть этот журнал. 11 номер 15 года. Девочки, это вот бесконечные 107. Ноги. Бесконечные ноги, да. И видите, такой силуэт в моде очень-очень. Видите, это завышенная талия, это тоже удлиняет ноги, отлично садится на любую фигуру. Вот. И не надо вам, я в волшебных стежках показала, как сделать самим этот пояс, а здесь вот он готовый. Это значит 11-15, я его отложу, а этот, который именно с карманами, и опять же не забывайте, если есть карманы, добавьте здесь свободы в бедрах. Это значит третий номер 15 года. Третий номер 113. Вот эти брюки очень советуем. Здесь красиво сидят, и здесь красиво. Не хотите клёш, делайте ровными. Так, дальше что с брюками интересными? Ну вот, я нашла вот такую выкройку, девочки. Я не шила, по-моему, по этой выкройке, а может и шила. Вот смотрите. Ну, тоже хорошая. Тут можно... Вот чем она хороша, что тоже выделять, не выделять отделочной тканью, но вот эта вот линия, которая здесь, она будет вас худить, стройнить. Так, номер 5, 15 года, 123 модель. Тоже обратите внимание. И еще вот широкие брюки, которые сейчас, ну, палаццо, скажем так, тут есть и сборочка. И мне, я, по-моему, шила по этой выкройке, не помню кому, но шила. Обратите внимание. Шила, помнишь, такие? Да, синие. Да, синие, как клеточку. Да, да, да. И, кстати, отличные классные брюки, девочки. Корректировка при желании такая же, как я показала в тех брюках. А вот посмотрите еще какие брюки. Узкие, кто любит, такие неровные. И тоже с завышенной талией. Это номер... 2-12 года. Так, и еще один номер. Это который? Сейчас, девочки, я уже запуталась. По-моему, это тот, который первый, да, наши брюки? Да, да. Да, это наши брюки. Еще раз вернемся к ним. Вот они. Вот они. Проверенные неоднократно. 12 номер 13 года. Все, девочки, по брюкам пока все. Так, девочки, ну и поскольку я... листала и каждую минуту вдела. Что я еще нашла? Вот обратите внимание, выкройка, которая, как у Анаит, сейчас жакет. Mm-hmm. Сейчас они очень в моде, вот именно без воротника. Обратите внимание, как здесь красиво выглядит выточка. Возьмите на заметку, и, кстати, хорошо села. Возьмите на заметку третий номер, 2000 год, девочки, и опять же повторюсь, это не значит, что вот с любой вашей фигурой вы возьмете и на вас сядет. Нет, научитесь корректировать, и все будет замечательно. Корректировать готовые лекала можно и нужно. Все, девочки, вот это есть. И что еще я нашла? Вот смотрите, сейчас в моду вошли вот эти вот утрированные рукава, которые везде и всюду, и как угодно, и их надо строить. Там у кого-то получается, у кого-то нет. Не надо голову морочить. Вот, пожалуйста. Четвертый номер 18 года. Мне кажется, красивые она рукава. Есть точно эта блуза? Ну вот, конечно же, есть. А как же иначе? Нет, бывает, что не бывает. На обложке не бывает? В борде? Не знаю, не может такого быть. Смотрите, вот она. Вот она, эта блуза, вот они, эти рукава. Красивые, на мой взгляд, рукава. Пожалуйста, пользуйтесь. А вот этот комбинезон я шила Анечке, моей клиентке. Отлично сел, красивые
Он, конечно, сложный, но стоит заморочиться, потому что получилось очень красиво. Я в ленте выставляла этот комбинезон. И еще мне здесь нравится вот этот вот тренч интересный, девочки. Обратите внимание, одна сторона, она такой силуэт ровный, а второй клешоный. Обратите внимание на этот журнал. Здесь, ну, даже ради вот этого тренча и вот этого комбинезона, этой блузы, его имеет смысл приобрести. И вот еще. В коллекциях, везде, на подиуме. Вот, смотрите, такой рукав. Все восхищаются. Вот она, бурда. Пожалуйста, можете использовать или такой рукав. Видите, здесь шлица где. И, пожалуйста, головка. Все это сейчас в моде. Поэтому вот этот журнал, 4 номер 18 года, от души вам рекомендую. Все, девочки, буду прощаться. В этом влоге мы сказали все, что хотели. А в следующий влог будет про выкройки для полных. Что я нашла красивого для полных.